Я вот тут все сижу и думаю об этой карте, я думаю, надо уже начинать шевелить как-то. Хватит штаны до дыр просиживать. Чего, чем шевелить-то? Куда шевелить-то? Чего, куда? Ну, надо узнать сначала, что это за особняк был, в котором мы эту карту нашли. Кто там жил, что за типы вообще, что за хмыли? А, ну это можно, надо найти диск со справочной системой по городу. Он в ящике был, найди, окей? Окей, сейчас посмотрим. А вот ты иди. Ты гляди-ка, не кончился еще стратегический запас чистых тарелок. Их даже юзать можно, крутняк. О, точняк, сейчас яичницу с колбаской соорудим. Самое то, что надо, ништяк. Не, надо попробовать. О, ништяк, все работает. Сейчас мы по-быренькому быстренько все найдем. Слышь, Масян, я тут пока буду ковыряться в инфе. Может, ты сделаешь что-нибудь пожрать такое, сварганишь и противненько? А? Пожалуйста, а то сейчас помру прямо здесь. Тебе только жрать, а хлоед. Ладно, сейчас что-нибудь сварганю. Надеюсь, ты найдешь что-нибудь приличное. Нифига толку. На вот перекуси, работничек. А то и правда, глядишь, подохнешь. Вкуснотища! Ну, спасибо тебе, громадно-огромные! Ой, ну хорошо, я тут выяснил, короче, все. В общем, слушай, в этом особняке жил раньше профессор с дочкой. Профессор был известным химиком и геологом. Книжки разные умные писал. А, ну, видел я эти книжки. Давай дальше. Ну так вот это, он ездил по всяким странам, искал, значит, всякие месторождения. Вот, и даже вот принимал участие в добыче алмазов. О, это уже что-то интересненькое. Думаешь, не туфта? Ну так вот, и в одной из этих командировок он и пропал. Как это пропал? Что значит пропал? Ну пропал, значит пропал, без вести пропал. Как обычные люди пропадают, так он пропал, ну пропал и пропал. Хотя известный ученый был, что называется, с мировым именем. Ага, ну, в общем, ясно. Надо пробовать. Хватит уже резину тянуть за хвост. Кота, резину тянуть. Ну, в общем, короче, ты понял. Рындель, давай собирай свои манатки и дуй к лохматому! Приступаем к выполнению плана XX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 
мужики, раз у нас есть такая замечательная старинная карта, значит, пора нам клад искать. Не знаю, по-моему, это лабудаша какая-то. Да, я что-то тоже сомневаюсь как-то. Вот, например, начинает откуда вообще, непонятно. Чего так паритесь? По-моему, все просто. Нужно просто вернуться в этот особняк, блин, где мы ее нашли, и там поискать какие-нибудь зацепки. Вернуться туда? Особняк вернуться! Не-н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 е-
мужики называется, ушам своим не верю. Вы что, меня такую нежную девицу одну отправите? В это логово? Офигеть! Ну, мужики, пошли, блин! Офигеть! Ну и ну вас, салаги сопливые, блин! Разберусь сама, доберусь до сути! До сути! Хе-хе, без всяких козлов. Недавно справочник этого юного химика. Пока он мне нафиг не нужен, я пока больше ничего взрывать не собираюсь, но если понадобится, я уже знаю, где его найти. Не-не-не, сначала надо как-то вроде все правильно, но что-то нифига не работает. Что-то тут не так. Хе-хе, прикручено. Как мне эти шурупы, пальцами что ли, зубами выдергивать? Где-то отвертка в клавиш была, надо посмотреть. Хе-хе, хе-хе, прикручено, хе-хе, прикручено, хе-хе, прикручено. Фиг открой. Господи, вот вандалы-то картину сперли. Ой, да никто... Тут... Так, приплыли матросы. Электричество закончилось, кина не будет. Чё-то мне инстинкт сразу... Чё-то... Темнота, она, конечно, друг молодежи, но если молодежь, блин, ноги переломает, то это, по-моему, нифига не прикольно будет. Темнота! Ладно, хватит уже с этим экспериментировать. Вряд ли тут запас целых лампочек на год. Нифиг, закрыто? Блин, да тут все заржавело! Блин, за какая-то! Вау! Ой, какая... Это типа спят усталые игрушки, петрушки, погремушки. По-моему, тут я... Если мозгой... Так, по-моему, тут какая-то фигня, и она как-то сломана. Может, если ее починить, то это мне как-то поможет? Все-таки вандалы какие-то, да? Вот взяли и спохабили произведение искусства. Ой, какая штучка, я такие хреновенькие очень... По-моему, тут...